Всем, Романы, привет! И вы на канале Супер Гекты. И сегодня я покажу вам покупки. Покупки из Литуаль. Это бюджетный улов в киберпонедельник, который длился там сколько-то дней, если честно, не знаю, сколько по времени. Да, сейчас на данном этапе не проходит уже эта акция, там до 70% скидки. Но, тем не менее, вы можете зайти всегда на сайт и посмотреть актуальные цены на сегодня. В принципе, что сколько стоит, это сейчас не так важно. К тому же у меня есть видео, можно посмотреть, но, опять же, какие были скидки на парфюмерию и некоторую косметику. Ну, в общем, не будем долго затягивать, погнали! Вначале покажу вам вот такой вот каталог Литуаль, вложили мне. Будет интересно его посмотреть, что тут у нас внутри находится, какая информация. Мне вот в последнее время любопытно такие журнальчики смотреть. Реально, я думаю, здесь есть что-то полезное. Так, ну теперь перейдем непосредственно к покупкам. И у меня было два захода на самом деле. И в первом заходе я приобрела вот такой вот кондиционер для питания и увлажнения волос. И это у нас Just Hair. Вот 400 мл. Именно эта серия Just Hair мне очень нравится. И я брала, по-моему, оранжевый там для окрашенных волос, кажется. Может быть, красный пробовала. Вот я не помню точно. Не будем отходить далеко в сторону. Он выдавился тут, представляете? Выдавился. Он просто настолько здесь плотно, видимо, находится. В общем, мне очень нравится Just Hair. Это действительно рабочие шампуньки, рабочие кондиционеры, которые очень приятные. Вот единственное, что у этого не очень приятный аромат. Он грубый такой, навязчивый, я бы даже сказала, мужской. Но есть один момент. На другие шампуни и кондиционеры цена была выше почему-то, на этот ниже. Но это было именно в офлайн-магазине, в интернет-магазине я посмотрела, была немного иная картина. Но да не важно, ладно, ничего страшного. Ну, хотя, конечно, хотелось бы более приятный аромат, но что поделать. В общем, после этих средств и после шампуня, после кондиционера волосы в восхитительном виде, чувствуют себя великолепно, выглядят точно так же, и поэтому, конечно же, приобрела. В первый заход также я взяла вот такой интересный продукт, это у нас Loren Cosmetics. Я ни разу еще не пробовала от Loren Cosmetics ничего. Тоник для лица с экстрактом алоэ вера и серия фитотерапия. Вот вы можете рассмотреть поближе, как все это выглядит. Тоником я уже попользовалась, и мне есть что о нем сказать. А это настолько потрясающий тоник, что мне хочется им начать пользоваться вот прямо сейчас. Хотя на данный момент у меня от Green Mama такой спрейчик, но он мне не очень нравится, если честно, потому что, как ни странно, но на ватный диск мне как-то поприятнее использовать или попривычнее, может быть. Но факт остается фактом, и поэтому хотела бы сейчас... Да, и плюс, почему бы хотела, это потому что качество. У тоника такой легкий, нежный какой-то природный аромат, плюс на кожу лица вообще волшебно действует, я имею в виду по ощущениям, как-то так освежает, охлаждает, так приятно, ну, мне очень понравилось, плюс этот легкий тонкий аромат, какой-то такой природный, и это действие, эффект точнее, да, не действие, а эффект. Ну, они великолепны, и мне бы хотелось, конечно, быстрее начать им пользоваться. От Loren Cosmetics я также решила взять вот такой вот очень яркий тюбик, по-моему, он засвечивается немного на камеру. Это антистресс крем для тела с растительным экстрактом и витаминами. Данный крем для тела мне тоже очень понравился и также меня оставил в восторге. Но для начала давайте взглянем на его консистенцию. Раскрываем вот таким образом. И знаете, вообще, честно говоря, я такие упаковки не очень люблю. Но эта упаковка не вызвала каких-то недовольств с моей стороны. Так, вот, смотрим. Здесь у нас находится крем уже, да, на руке. Сейчас я буду распределять. И я хочу сказать, что он густой, знаете, какой-то такой слегка маслянистый. Прекрасно впитывается при этом. То есть, ну, вот нам нужно время, чтобы все впиталось. Но самое главное, здесь тоже такой природный аромат. И это аромат, знаете чего? Подорожника, одуванчика. Ой, он такой великолепный. Это что-то. И, конечно, действительно, это антистресс, потому что ты будто бы находишься на природе, это так расслабляет и успокаивает, разумеется. Прелесть просто.
уже сразу же после нанесения кожа чувствует себя отдохнувшей, расслабленной, если можно так сказать. Ну, знаете, как будто бы снимается все-все напряжение, которое было, но вы его не чувствовали. И это восхищает определенно. Поэтому тоже рекомендую. Хороший. Здесь 150 мл. И я говорю, именно упаковка не вызывает никакого неудобства в использовании. Все очень даже хорошо. Под прицелом камеры мне выделили вот такой вот пробник, потому что уже в последнее время вообще ничего не кладут. И даже когда спрашиваешь, тебе говорят, что типа, а уже ничего нету. Ну, конечно, нету, потому что все разложили в бьюти-боксы и продают вам за деньги уже. Зачем бесплатно-то раздавать? Так, цветочный океанический, морозная мята, персик, цветок лотоса, белый мускус. Это Льё Кензо, туалетная версия. У меня есть такой аромат. Я рассказывала, что давненько его получила в подарок конкретно из Парижа. И тогда же влюбилась. Поэтому периодически покупаю его. И сейчас он у меня есть в литраже 30 мл. Это обалденный аромат, конечно же. Он действительно такой акватический. Его прекрасно носить летом. Но на самом деле в нем присутствует еще и сладость. И поэтому, знаете, я хочу вам сказать, что в какой-то момент может вам показаться излишним. Да, так тоже может быть. От климата тоже зависит. Вот Геленджик, мы когда ездили, мне он там как-то не зашел, я бы сказала. То есть он как-то не нравился, как мне он звучал. Ну, вот, возможно, другая влажность, другой воздух. А например, в Москве мне нравится, даже, в принципе, при жаре. Поэтому вот такие интересные нюансы, но это естественно. Вот берите на вооружение, аромат очень хороший. А во второй заход было гораздо веселее, потому что я наткнулась на корзину. И эта корзина по 99 рублей. Я даже не знала, что такая есть на самом деле. Ну или может она только появилась. И что же я обнаружила в этой корзине? А вот такой вот бананчик. И это крем для рук. Да, просто сам вот вид, он настолько эстетичный, настолько привлекательный, что хочется схватить, да? А уж за 99 рублей это вообще сказка. Ну посмотрите, самый настоящий банан, да? И у нас тут всего лишь одна маленькая наклейка, которая, в общем-то, отклеивается. Я не отклеивала. Ну и не буду сейчас отклеивать, потому что это не очень удобно. Не будем тратить на это время. А давайте лучше расскажу о самом креме, которым я, естественно, уже тоже попользовалась. Чтобы начать использовать данный крем, все очень просто. Надо раскрутить вот эту верхнюю крышку. Увидеть вот такой вот наконечник и выдавить из него, собственно говоря, сам крем. Вот. Мы выдавили крем и получили кучку такую, да, которую размазываем по руке. И я вам хочу сказать, что это очень питательный крем. Он в меру жирненький, впитывается полностью, при этом напитывая кожу рук. И бонусом мы получаем нежный-нежный аромат банана, тонкий такой, приятный очень, довольно натуральный. В этой же корзине я взяла вот такой бальзам для губ. Хотелось бы отметить один момент, там лежало несколько бальзамчиков, которые можно было открыть, я их раскрывала, чтобы посмотреть, есть сверху шарик или нет. И там шарика не было. Меня такой вариант не устраивал. Не устраивал меня в первую очередь, потому что мне это неудобно. Я не хотела пальцами лазить, я хотела намазывать на губы. Вот. А этот был закрыт. Ну, мне что-то подсказало, что здесь, наверное, есть выпуклости на свой риск. Ну, всего-то 99 рублей, в принципе. Я взяла, и оказалось, что здесь все-таки, да, этот футбольный мячик имеет бальзам в виде выпуклости. Китай производство, представляете? Ну, в общем, снимаем такую штуку, раскручиваем и наблюдаем, да, вот эту выпуклость. Дальше мы еще здесь видим такой колпачок, который снимаем и имеем доступ к самому бальзаму. И он невероятно пахнет мятой. Сейчас у меня на губах яркая помада, поэтому я блеск, точнее, ну помада блеск, поэтому я не смогу вам протестировать, но тем не менее уже по запаху я чувствую, что это что-то действительно достойное. Ну, в каком-нибудь влоге расскажу тогда. Ну, а сейчас можно немножко здесь провести по руке. И вы знаете, здесь остается такой влажный след. Явно очень он такой маслянисто-питательный. Вот. Так что уже чувствую, что очень хороший. Рада определенно приобретению. А единственное, что непонятно, будет он называть какой-то ментоловый эффект или нет, потому что очень пахнет вот такой мяткой. Ну и, наконец, последние два приобретения. Это приобретение для лица. И в первую очередь я хочу показать вам... Боже, это так мило! Посмотрите на эту упаковку. Она такая милая, боже мой. Наверное, во мне еще где-то ребенок. Потому что меня так умиляют такие вот...
коробочки, такие миленькие. Strawberry – это у нас именно крем для тела с ароматом, ой, для тела, для лица, с ароматом клубники. Его можно использовать как вечером, так и утром, и днем, и когда угодно. То есть он ежедневный, в любое время суток. Для всех типов кожи подходит. И это марка Yumimimi. Здесь аж 3М. Представьте себе, это у нас именно уход, серия ухода за кожей. Так, ну давайте покажу вам сам крем. Тут мы обнаруживаем великолепный, приятнейший, наиприятнейший, я бы даже сказала, тюбик. Такой вроде простой, нежный. В отличие от самой верхней коробочки, вот здесь все очень даже скромно, не вычурно. Да? То есть всего лишь вот одна креманочка с мороженым, в котором находится ягодка клубники и, видимо, клубничный джем. Итак, теперь раскручиваем. Да, любопытно, какая здесь консистенция. Баночка, смотрите, большая, плотная. Я уж не знаю, до скольки там идет эта пластмасска, но я думаю, что действительно вот он такой наполненный. То есть хватит надолго. Значит, вот таким образом выглядит сам крем, но хочу вам сказать, что как только я открыла его, боже мой, я имею в виду коробочку, еще даже крем-то не открыла, уже так в нос приятно ударил запах клубники. Консистенция вот такая, вот с легким перламутровым отливом. Вот, она в меру, у меня рука просто уже, который слой, да, крем. Вот, я взяла сейчас много, и поэтому как бы остается такой след, да, маски какой-то, но этого не будет. Вот, ой, как он классно пахнет клубничкой, но еще как бы, знаете, здесь то ли мускус присутствует, то ли что-то подобное, какая-то такая немножко все-таки отталкивающая нота, она мелькает так незаметненько, но все-таки присутствует. Вот, а в целом это такая клубничка, прям клубника со сливками, обалденно. И легкая такая консистенция, но при этом питающая кожу, да, не совсем прям легкая. Да, я чувствую прям питание. Я уже на лице попробовала, да. Лицу понравилось. Мне тоже. Ну вот мы и подобрались к последней покупке. Это вот такая покупка. По 49 рублей шла маска Dear Molly. Вот такая. Так выглядит. Я так понимаю, здесь рожица. Это у нас аромат, а может и нет. Не знаю, ну вот. Меня привлекло мое внимание вот эта картинка. Там разные, кстати, пандочки изображены. А может, да, это обычные, наверное, это пандочки так для вида. Там она с яблочком. Там были разные. По-моему, даже с томатами и подобное. Ну вот я захотела с яблочком. Банан был. Хотелось чего-то такого необычного. И я думаю, что я это получу. По крайней мере, маску тканевую и не тканевую с ароматом яблока я еще не использовала. Ну, такая последняя. Милая, тоже милая покупка. Они все милые. Всеми покупками я осталась довольна. Нравится буквально каждая. Поэтому это такие бюджетные находки. То есть, несмотря на то, что эти акции сейчас прошли до 70%, но здесь точно не 70% было. Ну, не на все, может. И плюс какая-то акционная такая корзина, где по 99 рублей. Тем не менее, эти акции еще будут проводиться наверняка, и б, мы открыли что-то такое бюджетненькое вместе с вами, но качественное, поэтому точно ролик имеет определенную пользу. Поставь ему за это лайк, ну мне, то есть, и поделись им в соцсетях. Всех люблю, целую, желаю вам прекрасной косметики, выгодных акций, покупок, и всем удачи и пока.